Главный товар сегодняшнего дня в рамках тотальной ликвидации, финальной недели, в рамках месяца красоты и здоровья – это маска для сна и уникального материала «Здравалит». Мы все с вами находимся в одной большой микроволновой печи. Как сказал один из создателей «Здравалита» Сюрбек, швейцарский ученый. Так вот, сегодня, выбрав такую маску для сна, даже ночью, когда, казалось бы, мы спим и хотим восстановиться, нас по-прежнему окружают и мобильные телефоны, и микроволновки, и электроприборы, которые именно ночью воздействуют на наше самочувствие таким образом, что мы не можем проснуться и набраться сил. И сегодня вот эта маска для сна поможет вам восстановиться. Рассказывает сегодня о «Здравалите» сотрудник лаборатории мультитехнологий Михаил Лексуков. Михаил, добрый день. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня представляю вам изделие из материала «Здравалит». Это корректор функционального состояния человека. Это не только защита и сохранение, но и восстановление вашего здоровья. Все полезные заявленные свойства нашего материала подтверждены различными международными, серьезными международными российскими организациями. Имеет множество дипломов, имеет кучу наград, причем более 30 из них – это награды высшего качества, которые представлены здесь. Для чего же нужна вот эта замечательная маска? Как правильно сказала Елена, мы прежде всего ночью должны быть защищены от вредного электромагнитного излучения техногенного характера. Плюс к тому же, мы с вами должны высыпаться. Если мы с вами не высыпаемся, мы встаем на работу разбитые, уставшие. Ну, есть такое понятие, да, синдром хронической усталости. Да. Так вот, чтобы вы хорошо спали, избежать всяческих бессонниц, чтобы у вас была профилактика давления, чтобы успокоить нервную систему, чтобы произвести профилактику головного мозга и всех болезней, связанных с ним, ну, те же самые инсульты. Вот существует эта прекрасная маска. Почему именно маска? Дело в том, что ночью, даже когда мы ложимся спать, большинство современных людей включает ночник. Но в нашем организме есть такой гормон, который называется мелатонин. Мелатонин – гормон сна, или, как женщина его называет, гормон молодости. Так вот, он вырабатывается только в темноте. И таким образом, благодаря вот этой маске, мы начинаем обманывать наш организм. Когда мы надеваем маску на себя, мы как бы говорим ему: «Все, темно», и он начинает работать. Там просто внутри нашего головного мозга находится такая шишковидная железа, которая и отвечает за выработку именно вот этого гормона мелатонина. Кстати, бонусом могу сказать, что вот эта вот маска очень помогает женщинам, скажем так, после 45, те, которые делают себе, ну, например, косметологические операции, особенно на глаза. Вот так вот, подтягивать. Да, кожу. И просто действительно был проведен эксперимент в Московском институте пластической хирургии, куда была маска отдана в качестве эксперимента. Наблюдение велось порядка 3 месяцев, и выяснилось, что женщины, которые делали операцию вот на глаза, там веки, что-то вот такое вы интересное подделывали, так вот, заживление рубцов и восстановление снятия отечности увеличивается на треть, то есть вот, убыстряется. И самое главное, что это «Здравалит», это были раньше засекреченные швейцарские технологии совместно с российскими учеными. Да. Почему засекречены? Потому что Швейцария выкупила патент, как только нашли вот такой «Здравалит» на 10 лет. Именно поэтому все люди со всего мира стремились попасть в швейцарские клиники для того, чтобы быстрее реабилитироваться от разных заболеваний. А у нас на телеканале «Шопеншоу», когда уже патент сняли, да, в Швейцарии, уже мы открыли для себя «Здравалит». И 18 апреля, когда эта маска появилась на телеэкране, у нас было продано более 3000 масок для сна «Здравалит». Сегодня мы снизили цену 72%, 999 рублей, сразу 2 чипа у нас с вами «Здравалит» здесь находится. Это ваш личный биощит, иммуностимулятор. Успейте дозвониться прямо сейчас, потому что настолько один день «Здравалит» — это ограниченная партия. Но я в начале презентации говорила про Жака Сюрбека, да, который во главе стоит «Здравалит». Один из основателей. Дело в том, что это совместная инновационная разработка наших российских ученых и группы ученых из Швейцарии во главе с Жаком Сюрбеком, который вы видели на экране. Хочу сказать, что Жаку Сюрбеку в том году, не будем забегать вперед, но скоро, в том году ему исполнился 101 год. Не может быть. Последние 16 лет Жак Сюрбек использует изделия из нашего материала «Здравалит», бодр, здоров, прекрасно себя чувствует.
и желает всем здоровья. Кстати, буквально неделю назад Жак Сюрбек созванивался с нашим руководителем Юрием Хохловым и передавал нашим российским зрителям, российским потребителям огромный привет и пожелание здоровья. А вот кому вы рекомендуете вот обязательно носить маску для сна? Я рекомендую всем. Вы понимаете, дело в том, что по общеевропейской классификации наш материал относится к высшей категории, то есть материал, который не имеет никаких противопоказаний. Вот вы посмотрите, дело в том, что наш материал Здорволит защищает человеческий организм от вредного электромагнитного технологического излучения, которое пронизывает наш организм и утром, и ночью, и днем, и вечером, казалось бы, да, каждую минуту. Ночью спим, казалось бы, да, должен организм отдохнуть, но просыпаемся разбитыми. Почему? А давайте посмотрим, что нас окружает ночью. Ведь даже выключенные розетки, они все равно излучают вот это вредное электромагнитное излучение. А если убрать стены нашей квартиры, нашей дачи, нашего загородного домика, то ощущение, что мы в коконе электропроводов находимся, которые постоянно бьют на наш иммунитет. Обратите внимание, вот наши дети, которые сейчас спят, может быть, вчера на утром в кроватках, посмотрите, рядом мобильный телефон, планшет, Wi-Fi, который не выключается никогда, радиоприемник, ночник. И вот, пожалуйста, уже ребенок просыпается с плохим настроением. И тоже происходит и с нами. Так вот, сегодня выбирают для себя именно маску для сна. Вот это биополе человека, которое разрушается электромагнитным излучением, восстанавливается. Успейте дозвониться. 999 рублей – это Здорволит. Это засекреченные, выкупленные в Швейцарии патенты, которые 10 лет использовались только в швейцарских клиниках, сегодня уже открыты для нас. Но сразу хочу сказать, а вот как Здорволит воздействует на кровь? Почему мы получаем отзывы такие, что люди, которые используют Здорволит, чувствуют себя гораздо лучше? Понимаете, Елена, дело в том, что вредное электромагнитное излучение техногенного характера заставляет эритроциты, часть нашей крови, такие курьеры быстрой доставки, они заставляют их слипаться. То есть кровь вместо того, чтобы быть жидкой, пластичной, она становится наоборот тягучей. И в результате... сейчас жара такая, конечно, вообще стоит. И тогда кровь не успевает в должной мере, с должной скоростью проходить по нашим кровеносным сосудам и доставлять такие необходимые микроэлементы, кислород и так далее. Вот смотрите, и мы начинаем болеть. Без устройства у нас сами кровь сгущается, тем более сейчас в жару. Мы вчера вышли в 12 часов на улицу, просто тепловой удар получили. Да. Если есть Здорволит, то это под защитой. Иммунитет справляется и с жарой, и с отеками, и с другими заболеваниями, которые хронически уже у нас заложены. Защитить свой организм. Это Здорволит, это финальная неделя в рамках месяца красоты и здоровья. Это подарки и скидки. Дозванивайтесь и делайте первые заказы прямо сейчас.